Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Добрий день, добрий день суток. У кого день, у кого ніч. Ми раді за вас, що ви сьогодні є з нами. Хай вас Бог рясно благословить. Сьогодні п'ятниця. Це говорить о тому, що ми будемо роздавати хліб пенсіонерам благодаря пожертвованій сім'ї Олійник. Олійник Юра, ми один із хороших друзів, який виїхав в Америку, в Флориду. Так що Бог вас благословив. Юрію, дякуємо Богові. Сім'я Олійник благословить уже пару років нас. Роздача хліба пенсіонерам. Сам ініціативу проявив, сам підключився. І дякую Богу за нього. Хай Бог благословить його, його дім, дітей, внуків, церкву. Він від церкви брата Богдана Бондаренко. Моє привітання до вас, дорогі друзі. Я у вас в церкві був, проповедував. Ви мене дуже добре прийняли. Хай вас Бог рясно благословить. Ну що, друзі, сьогодні мені допомагає Тетяна Євгенівна Дольченкова. Сьогодні бабушки вже стоять в черзі. Ми зараз будемо спрямовувати туди. На носу у нас вже Пасха. Слідуючу неділю вже будемо святкувати Пасхальне. Я скажу, що, друзі, я дуже дякую Богу. От дивіться, це робота наших курей. Бачите, що робиться? От це я взяв для сестер. Будемо на свято роздавати, щоб наші сестри... Ну, это не то, что с Пасха поэтому, просто потому, что они начали нести. Поэтому кто-то подумает, что мы начали операцию яйца. Нет, мы с яйцем с Пасхой ничего не связываем. Несмотря на почему-то в нашем городе яйца стоят. Я не знаю, уже переходим язычество или что, непонятно. В центре города стоят яйца, цветные, цвет, нарисованы, намалеваны. Непонятно, кто у нас занимается этой справой. Ну, Писание говорит, Пасха – это наш Христос. Поэтому мы молим Богу и просим, чтобы Господь благословил, чтобы люди зрозумели и им открылись очи, что мы святкуем, для чего мы святкуем. Вот и наши пенсионеры стоят, только непонятно, что они. То зиму стоят, а теперь уже солнце стоят. Ну, не знаю, сейчас поедем, побачим. Мы пойдем, постанем в тени. Кто их посадил? Не знаю. Вот это наши пенсионеры стоят. Черзи. Мы в тени встанем. Так, сестра Таня отримает официально, торжественно. Вот. И идем до людей. Заходим. Слава Богу! Так, слава Богу, слава Богу. Ну, я думал, будете тени стоять, а тут... А тут вы решили нагреться. Наверное, у вас в домах солнце маленькое такое, богато солнца нет. Ну, чтобы нет, мне главное, что вы стоите. И если вам грустно, мне совсем грустнее. Так, ну что, друзья, новых людей нема. Кто первый раз сегодня? Сегодня вы первый раз. Есть такие? Кто, кто вы регулярно ходите, у вас есть посвящение, все, как мое будет. Да. Ясно. Скоро надо выдавать посвящение вам. Постоянный клиент. Что вы, да, регулярно в трех точках, регулярно отримайте допомогу. Я просил вас и прошу по-прежнему, старайтесь ходить только один раз. Один раз. Это когда вы делаете один раз, это говорит о том, что вы любите других людей тоже. А если вы приходите регулярно три раза, это говорит, что вы никого не любите, кроме себя. Я мушу это вам говорить, потому что каждый раз у нас одно и то же. Хорошо, на разе я хочу наголосить, что мы сегодня служение проводим благодаря наших друзей. Это семья Олійник, которые жили когда-то у нас. Тамара Степановна добрый знает. Юра и Лена. Юра, да. Юру-то вы слышали. Так, что вы там душите друг друга? Дочь замуж давал. А, дочь замуж, кто? Юра. А, Юра, да. Брат Юра, мы витаем, хай Бог благословит.
Да, святом вас. А как вы знаете? Я все знаю. Хорошо. Тамара Степановна все в курсе этих дел. Також мы дякуем Бога за наших друзей, пасочников. Семья пасочники, предприятия, они нас благословляют. Они дали нам свежий хлеб и даровали нам булочки. Бесплатно, бескоштовно. Сегодня важко, друзья, найти бизнесменов, которые вместо того, чтобы грибы дают, все стараются каким-то образом хоть что-нибудь заработать. Хоть на обмане, на неправде, на всякие зла, там что-нибудь заработать. Я дякую Богу, что есть люди, которые не думают заработать, але стараются еще допомогти. Конечно, есть люди, которые мы много чего не знаем, помогают они разными способами, хай Бог их благословит. Наразі ми благодарим за цих людей, друзей наших. Також дякуємо Богу за наших помічників, Тамару Степанівну і Тетяну. Ви ще в школу ходили, вам говорили. Знаете, однажды, я слышал, однажды говорят, один пришел человек и начал в зале атеист рассказывать, что в одном селе приехали, вы понимаете, Бога нема, это выдумка людская, это опиум для народа, там, годину говорив, и каже, есть какие-то там, может кто-то хочет опровергать, что это все неправда, там это все. Встает дедушка, подходит до кафедры и говорит, Христос воскрес! Они все воистину воскрес! Ну, получилась часовая, вот это балабан называется, пусто. Поэтому мы, как сказала Мария Васильевна, задала детство, и здесь нас учили, что Христос действительно воскрес. Слава нашему Богу! Але воскрес для чего? Чтобы спасти нас, вас, каждому из нас. А чтобы быть спасенны, Писание говорит, ни батьки, ни деды, там, ни кто-либо другой, а Слово Божие говорит. Иисус говорит, покайтесь и верите в Евангелие. Это Иисус говорит. Надо сначала покаяться, принять Иисуса в свое сердце и жить с Ним повседневно. Никакая молитва после смерти никого никуда не переселяет. Это обман для людей, чтобы люди грешили и померли. И все. Але запомните, при жизни надо примириться с Господом, тогда мы будем с Ним. Если здесь мы не примирились, надежды нет, что будем с Ним назавжди. Поэтому хай Бог всех вас нас благословит, друзья. Иисус скажет, без меня ничего не можете делать. Мы так само, мы зараз помолимся, попросим Божье благословение. Хай Бог благословит всех вас, чтобы вам дав силы, чтобы вы могли прийти и прославить нашего Бога. Кто как может, взываем до нашего Бога. Творец Небес и Земли, мы Тебе сердечно благодарим, Господи. Мы дякуем Тебе, Боже, за семью оленей, Господь. Благодарим Тебе, Господь, за семью пасочник, Боже, які нас підтримують, Господи. И ці люди сьогодні мають, Господь, можливості отримати хліб, булочек, Господь, для слави Твоєї, Боже. Я дякую за їх, благослови, воздаю столицю Твою, Господь. Також благослови это наше служение, благослови Тамару Степановну та сестру Таню Дожикову, Господь. Благослови всіх нас присутніх, Боже, чтобы во всем прославилось Ти, Господь. И через это дело, Господи, через это служение, что Твое имя прославилось, мы за все Тебе дякуем. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суши на небесах, нехай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Аминь. Хорошо, друзья, как вы аккуратно стоите, так аккуратно по черзе приходите. Хай всех вас Бог благословит. Мы начинаем раздача хлеба пенсионерам. Да поможет всем вам Бог. Все, приступаем. Отримаем хлеб и булочек.
Ну что, друзья, мы продолжаем раздачу хлеба пенсионерам. Как вы видите, уже, как я уже сказал, благодаря наших друзей, Олейник и Пасечник, Петрович Пасечник, это Ирина Борисовна, Андрей Николаевич, которые нас поддерживают, наше служение, вот эти смешные булочки, они печут. Жаль, что мне не можно есть, но я часом иногда себе могу дозволить. Так, по траву нет, вокруг около. Але тут с собаками гуляют, топчутся. Да, хай то только с нашей стороны, да. Кстати, там надо сказать, недавно одна женщина говорит, что она приходит юбилейный, нема нас, нема. Ну хай передают. Кажу, не, она не знает, что мы тут. Я кажу, мы пилотестильщика. Там надо часом, может. Да, слава Богу, дякуем Богу и вам, хай вас Бог благословит. Там продают уже, там уже прилавки. Да, я бачил, как-то ехал. Просто надо, кажу, может кто-то приходит, там жде уходит. Бо на базаре подошли, кажу, а что вы не ходите, ювелирные, что вы? Я говорю, как не ходим. Потом я кажу, что мы ходим сюда, текстильщик. Так, друзья, вот. Но на здоровье. По-прежнему, друзья, наш фонд 10 лет, который я буду говорить до тех пор, пока мирская влада будет выруживаться, пошевелиться. Уже это их совести, уже 8 человек помер. Человек, который жил у нас, человек долгие годы жил у нас, который, казалось бы, ну, исправлялся там. Но уже при этой владе, не имеющей никакой помощи, все равно, знаете, сатана не спит, все равно вот человек, не знаю, напился или что там, и впоследствии, короче, умер. Умер человек. Але он был трезвый, нормально себе вел, хорошо все было. Но знаете, когда бездомный, вот один мне говорит, а что мне делать? Я, ну, понимаете, ну, не имеет силы, не имеет человеку воздержания, не хватает, но надо ему помощь. Как маленький ребенок начинает ходить, надо за руку тримать, его падает, часто падает. А таких людей надо помощь. И вот два человека умерли. На здоровье. Да. Саноті Грановичан. Робите велику справу. Галяджан, мерсі. Шуна Калачуна, Асва Чорна. І останні два чоловіки якраз умерли при нашій новій владі, які обіцяли допомогти і які ще нічого не робили. Чи в середу буде хліб? Тому що 4 дня вихідних. Первое переносится с суббота на вторник. Не знаю, я вам сообщу. А спросить, ну, чтобы пока. Я знала, что людям да, будет. Ну, я сейчас скажу. Спросите. Какое число среда? Среда 5. А до 4 выходной. Все выходные. Первое число попадает в суббота, то на вторник переносится. А вон еще эти. Чи будет, чи будет пекарня працювать? Ну, то я скажу да, вам. Хорошо. Да, болючи, друзья, болючи, когда, когда за, знаете, чи обидно сказать или болючи сказать то, что сегодня люди стараются за, для творения, да, рублят все умови. Я не против, и творение треба помогать, конечно, они тоже, я иногда дивлюсь, вот они как бедные, несчастные, куска хлеба здесь в мусорниках, так само лазают, что надежды, вот что-нибудь съедобное найти. Мне их тоже болечи, но набагато болечи, когда людей нехтуют, когда людей делают вид, что их нема. Знаете, пренебрежение это страшно.
пренебрежение любому порядку, когда звонишь начальника, начальник не берет трубку, когда он пренебрегает тебе, когда выбивает тебе трубку. Знаете, эти горе-начальники не понимают, что в жизни всегда так будет. Что однажды они сами придется пережить то, что переживают те, которые они проявляют. Дякую вам. Так, в понеділок зібрання і в неділю, так? Ні, понедільник зібрання не буде, неділю тільки буде, щоб знали. Ну, я завтра об'явлю, завтра неділю не забудьте прийти зібрання. А? На 15, да? За середу Тамара Степановна вам об'явить. Поэтому вы подключаетесь, группа Viber. Viber зробите, подключайтесь и передайте. Значит, в неделю? Неделю только 3 часа дня, да. До побачення. Да, пока неделю 3 часа. А, да, такие дела. Мне хочется верить, друзья, что те люди, которые, знаете, обетянками. Вот я, дякую Богу, сейчас нас смотрит Микола Добритник. Микола, я дуже дякую, брат, за тебе, что ты такой есть. Я дивлюсь за тобою, дивлюсь твою работу Кричильскому и других о тебе, о ГТП, как там наши территориальные вот эти громады. Так, вы что хотели? Хотіла, щоб були мирні, спокійні свята і в домі, і в служінні. Хай Бог дякую, благословить. Дякую, хай вас Бог благословить. Дякую. Да. Тому, брат Микола, я дякую Богу за тебе, брат, що ти чоловік слова. Чоловік слова, навіть не сказано, я бачу ті дороги, які робиш, ті уборки, ті все-все-все, що там відбувається, от Кричильському і інших этих громад, которые ты керуешь там, которые люди не ошиблись, выбравши тебе. Потому что действительно ты делаешь то, что богатые люди обещали, ничего не робили. Хай Бог благословит, чтобы у нас было больше таких добритников. И твоя фамилия подтверждение тобою, добритник. Добрые дела роблящие. Добритник. Дай Боже. Иногда, часто бывает, что людина сам, как говорится, відповідає своїй фамілії, буває і не в топаки, але це не важливо. Тому я ще раз дякую, брат Микола, дякую тебе, хай тебе Бог благословить в твоєму окрузі, в твоєму районі, в твоїй місцевості. Скажу, що колись Микола Добритник був представником газети «Відвага», да, я регулярно висідав, він добросовісно роздавав газету. Так що хай Бог благословить. Ну що, друзі, ми вже пішли, вже підходимо на закінчення, вже залишилось декілька людей, декілька хлібів. Ми на цьому закінчувати, молитися і надіятися на Господа, що Господь пошле добросовісних людей, руководителів, щоб ці люди не тільки говорили, а й діляли. І діляли во ім'я Ісуса, і діляли во благо для людей. Не обов'язково бути віруючим, не обов'язково. Надо просто быть честным, справедливым человеком и делать доброе дело, Божье дело. Не только называться обманывающим самим себе, но и являться. Можно иметь титулы, можно быть и пресвитером, епископом, министром, кто угодно. Но если ты не людина, на здоровье, если ты не людина, это просто пустой звук. Хорошо, на чем еще раз дякую Олиник, дякую пасочников, дякую всех. Те, которые небайдужны, которые с нами, которые помогают нас, благословляют нас. Я еще раз хочу огромную благодарность семью курдов. Это брат Артем и сестра Ирина, мне кажется, Айдахо. Дорогие друзья, хай вас Бог благословит. Благодаря ваши пожертвования. Неделю мы будем раздавать продуктовые пакеты для наших всех людей, которые нуждаются. Это пенсионеры, это бездомные, это люди, которые сегодня, знаете, они в низком положении находятся. Я дякую вам за ваше доброе сердце, расположенное сердце, что вы помогаете и робите добрую справу. Хай вас Бог благословит и воздаст вам во столице. Да поможет вам Бог, семья курдов. Дякую вам за вас, Богови. Ну что, на чем мы приходим, будем заканчивать. Дякую Богу. Сегодня это была передача «Відвага». Були з вами Тетяна Долженкова і я, Сана Лукасян. Саме найкращого, з миром Божим. Допоможе вам Бог. З Богом. І на вокзал.